Балдин Георгий Иосифович, полный кавалер Ордена Славы, родился 2 февраля 1922 года в селе Терновое, ныне Карачанский район. После окончания неполной средней школы работал в колхозе. Затем уехал в Карелию, где работал на строительстве железной дороги. В 1941 году был призван в Красную армию, служил в батальоне аэродромного обслуживания. Орденом Славы третьей степени рядовой Балдин был награжден приказом по 77-й краснознаменной стрелковой дивизии от 18 декабря 1943 года за проявленные отвагу и самоотверженность в бою за село Октоберфельд Большетакманского района Запорожской области. Орденом Славы второй степени младший сержант Балдин, наводчик орудия, был награжден приказом по 51-й армии от 22 июня 1944 года за боевое мастерство, проявленное в боях за Севастополь весной 1944 года. Орденом Славы первой степени сержант Балдин был награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество и стойкость, проявленные в боях на Третьем Белорусском фронте в феврале 1945 года. В 1948 году был демобилизирован. Поступил на работу в органы МВД, служил до 1971 года, затем переехал в город Ярославль.